Российские военные врачи провели спасательную операцию в Таиланде. Это были учения военных медиков Ассоциации стран Юго-Восточной Азии. По замыслу занятий в условном городе произошло землетрясение магнитудой в 9 баллов. Кульминацией тренировки стала работа отечественного экипажа поисково-спасательного вертолета К-27. Российский вертолет доставил пострадавшего с места катастрофы на борт плавучего госпиталя Тихоокеанского флота «Иртыш» в Сиамском заливе. Тренировка проходила во взаимодействии с поисково-спасательными командами Таиланда, Японии, Лаоса и Сингапура. Они оказывали помощь пострадавшим, проводили эвакуацию, а также развернули мобильный медпункт для раненых. На следующем этапе тренировки военные медики стран-участниц отработали совместные действия уже на море. Врачам в погонах на этот раз пришлось выполнять задачи после условного цунами. Завершатся итоговые учения 11 сентября.